Всем привет! С вами Джойстики! И сегодня мы отправились в зоопарк, который находится в Базеле, город Швейцарии. Да-да-да, сегодня бесплатный вход, у нас спонтанная такая поездка, поэтому посмотрим, быстренько пробежимся. Коротенькое видео запишем. Да, жарко, правда, немного, но сегодня, наверное, там много людей. Посмотрим коротенькое видео, буквально легкий обзорчик. Поехали! Так, уже пришли вперед чуть-чуть, но сначала начинается все с рыбного отдела. Ох, тут людей. Как я люблю снимать множество людей. Сейчас покажу рыбок. Ну, в принципе, мне понравилась рыбная история. Красивенько. Местами, правда, темновато, но и много людей. Ну, очень здорово. Все, вышли мы на улицу. Тут большая территория или не очень? Большая очень, посмотри. Большая очень. А, у тебя есть карта. Ну, сейчас, я думаю, часика два нам хватит пройтись, но вам покажем за минут 15. Так, вот такой вот план действий. Мы, получается, находимся вот тут вот с краю. И погнали. Далековато. О! Утка приземлилась. Марина, она полностью рыбу проглотила. Она и руку твою может продать. Кормежка. Опа. Опасность. Ты кто такой, монстр? Сомик. Не, это этот. Не-не-не, осетр. Осетр похож. Похож, по крайней мере. За сетру. Да нет, а что? Он полностью черной икрой. Ну правильно. Ну, так они разные бывают. Все, спрятался в тенек. Ну, черепундили. Черепундили, да. Такое впечатление, что сейчас выпрыгнет откуда-то кенгуру. Так, идешь, идешь. Ослики. Чистенькие такие. Класс, да? И не надо никакие таблички нигде писать, просто... Вода. Да, все. Да, да, да. Супер. Но это надо постараться такое сделать, конечно. Супер. Узди, халу. Да, иди сюда. Иди. Ну, иди сюда. Ага, травки нету, у тебя не пойду. Блин, ну вообще так прикольно, у них так все оформлено. Да, да, заклинило немного.
А у этого челюсть сломана. Привет. Аленушка. Иванушка. Жарко им в тенечке. Тут везде у них тенечек такой. Слушай, классно. Мы сейчас вот тут, вот где-то, вот где-то, вот тут вот скоро будет поросята, вон они. Кабанчики? Да, мы. Ага, кто у нас там? Куры, лама, буйвол, попугаи всякие. О, хочу носорога посмотреть. Ага, ну погнали. Так, это ты сильный. Хвостом как. Чистенькие такие. Это не совсем свиньи. Да, мелкие, смотри, как прикольно. А эти не синхронно, давайте синхронно. Класс. Ну да. Они мух отгоняют. Так, ну обычно в этот зоопарк вход 20 евро или 17, 20-17. Там с ребенком, по-разному. 29 евро. Человек взрослый с ребенком 29 евро. Человек с ребенком, вообще взрослый 29 евро. Сегодня бесплатный вход, мы уже говорили. И что есть очень хорошо в субботу. Людей, правда, много, но особо не ощущается. Тут такая территория, все так растянуто. Поэтому идем себе на релаксе, расслабляемся, гуляем, смотрим на животных. Там вот вдалеке прячутся антилопки какие-то в тенечке. Тут рыбки. Сейчас решили вплотную подойти к ламе, к лошадкам. Там можно зайти прям за ограждение, погладить. Контактный зоопарк всегда приветствуется. Так, и как? Где? Дальше? Я так могу сократить. Я как лама могу прыгать. Только для тира. Для тебя. Слышишь ты, лань. Породистая лань. Вот и лама. Одинокая лама. Что-то можно порасчесывать лошадок. А, здесь вот бобер. Курва. Свинки, курочки. Вот он. Ну какие волосатые кучерявые кури. Прикольно. А где мини-пик? А тут в кустах прячется большой-большой буйвол. Вон он там. Водички прохлаждаются. Такой не маленький, а вон еще один там дальше. Тут именно все родили в этом сезоне, да? Буйволица с маленьким буйволенком, да? Что они горбатые, да, какие-то? А, обезьяны, кашалоты, а, крокодилы, бегемоты, а, и зеленые попугаи. Не очень, не знаю, кто это, но они стремноватые. Так, идем туда, а тут что ты говоришь? Морские котики? И что, там будет спектакль? Ну видишь, люди сидят. Останемся, посмотрим? Ну да. Ну идемте. Смотри, какая вода красивая. Вау. А тут дельфины, не? Только котики? Как дельфины в такой глубине. А, ну я ж не видел. Ага, прикольно. Аккуратно. Ну пошлите. В общем, в определенное время здесь их кормят, и мы как раз попали в то время, когда их будет кормить, осталось 10 минут подождать, и будет небольшое шоу. Сами в это время тоже покормятся, да? Есть что? В общем, посидели, мы покушали, а морские львы не покушали, потому что их, оказывается, час назад кормили. Ну, мы как всегда, в общем. Ну, так вот показать. Прикольно. Они плавают. Если что, их кормят в 15
15.30. А, не. Ну да, в 15.30, а не в 16.30. Все верно. Постоянно. Движемся далее. Решили попасть на этих, на бегемотиков, носорогов. Бегемоты, носороги там всякие. Вот. Раз не получилось с львами. Людей такое впечатление, что еще больше стало. Под вечер жара спала. Правильно, это мы поперли самое пекло. Что нам джойстиком-то терять? Поэтому погнали. Так, джойстики никогда не видели носорога. Ребята, это капец. Первый раз. Он просто огромный какой-то. Это где был? В ниндзях-черепашках, да, там носорог? Не знаю. Но вживую никогда не видел. Ну вот он. Такой. Вы же здесь были уже? Не верили в прошлом? Да, но мы не дошли. Смотри, у него такие прям. Он как будто бы искусственный, знаешь? Как будто бы сделан из частей. Но рога нет у меня, да? Есть. Это рог? Ну да. Ой, вон маленький. А нет, только один. Я думал, ты носорог. Класс. О-о-о. Вот это маленький. Выбежал. Видишь, у него такой как памп. Класс. Бимба. Вот такие вот они животные, носороги. Зашли мы еще ближе внутрь. Они тут еще и внутри. Тут их потрогать можно? Ой-ой-ой, да. Сейчас покажу. Лип. Вот, вообще близко. Класс. С мелким вместе. Класс. Слушайте, ну первый раз видели мы носорогов, все впечатлились. Такие они мощные. Как будто искусственная кожа у них, не натуральная. И что мы заметили, очень много везде народившихся. Вот. Здесь пингвинята. Уличные. А где их вода? Ни воды нет, ничего. Рыбой кормят и все. Это какое-то... Опа! Бегемот поплыл. Ага, в кустах там спрятался. Ну иди сюда. Ну он маленький какой-то. Это детеныш, я думаю. Или просто мелкий. Плавает. Ну не видно, блин. Так, немного расстроились. Бегемот от нас уплыл. Но есть предложение вот там вот перелезть через заборчик, обойти и погнать его сюда. А девочки тут и с ним пообщаются. Ну это, конечно, глупая идея. Не делайте так. Только если вам не разрешат. Ну, а тут целая семья. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. На джойстика похоже, да? Смотри, вот это, 7-4 лапы. Так, ну если присмотреться, вот там вот в кустах сидит рысь. Торчит одна голова. Зашхерился и наблюдает за всеми. Хочу, чтобы вы обратили внимание, какой домик у антилопы. Такой. Да, антилопа хаус. О, там еще и жирафы, да? Вау, и так близко. И... Чего ж такое? Вот антилопа. Ух ты. Какая.
жирафы спрятались тут. С улицы пришли сюда, видимо, им жарковато, тут прохладненько. Тут у них там такой измеритель роста, смотри. Их тут меряют. Капец, они высокие. Рухая, Софи. Имена и кто когда родился, да? Или это памятные таблички? Да, какой-то покушать решил. Королева изображает фирменную походку. Так, ну вот там вот обезьяны. Сейчас, наверное, тоже туда пойдем к обезьянам. Так, а вот... Старинки, с пеликановой кожей. Не, я с этими, с лалеками. С пеликанами ты тоже. Тоже, да? Вот такие. Красиво. Сетка такая, да? Засунуть в сетку? Вот, смотрите, обезьяна такая породистая. А вот бродячая. А вот там вот бродячая. А вот еще маленькая, детеныш обезьяна. Так, ну что, надеюсь, вам понравился коротенький обзорчик Базельского зоопарка. Вот мы заканчиваем на такой ноте. Но перед тем, как мы покажем, вы должны нам поставить лайк и подписаться на канал. А вот там вот сзади нас лежат кто? Бегемотики. Три попки жарятся на солнце. Да, сейчас, оп, настроили. Сейчас я покажу ближе. Вот они красавцы три, жарятся. Огромные, конечно. Они живые вообще. Не видно, чтобы они дышали. Да, вон шевелят ушками. Так что подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующие приключения. Так это наша семья получается. Ну да, джойстики. Это я вон там сзади. До новых встреч.